Старейшему саратовскому полиграфическому комбинату окажут поддержку на федеральном уровне. Такое обещание дал президент Российского книжного союза Сергей Степашин во время визита в Саратов. Гость принял участие в работе круглого стола, посвященного вузовскому издательству. Саратовцы считают, что вузовскую книгу нельзя оставлять в нише специальной литературы. Нужно ее вывести на внешний книжный рынок. Сергей Степашин предложил включить эту тему в мероприятие Большого литературного собрания. Оно пройдет в декабре с участием президента Путина и даст старт году литературы в России. На совещании прозвучала идея, которая очень понравилась Сергею Степашину – создать ассоциацию вузовских издательств Приволжского федерального округа. Что касается ассоциации, я думаю, что это, конечно, прекрасная идея. Если вы попробуете ее сделать на Приволжском округе или в Саратовской области, я не знаю, буду. Давайте сделаем ее как пилотный проект, сейчас это принято, как модно, да? А дальше мы можем на страну распространить. Это прекрасная идея.